Хоба, привет еще раз. Это будет очень короткий ролик. Я вот тут зашел на «Эхо Москвы» и обалдел. Опрос. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, возглавлял Россию? Вот, 83% ответили, что да, мы согласны, чтобы Илон Маск возглавлял Россию. Ну хорошо, я у себя тоже проведу опрос. Вот здесь вот на сайте «Русские американцы» внизу будет ссылочка. Да, зайдите, проголосуйте. У меня вопрос еще проще. Хотели бы вы, чтобы Россия стала 51-м штатом США? Заходите, мне интересно будет, какие будут результаты. Всего хорошего, до свидания, доктор Влад тут с вами.